Я не знаю, зачем они это сделали. Возможно, мне не стоит называть имени только из-за юридических соображений, поскольку контракт еще не вернулся. Вся эта ситуация какая-то глупость. Так что в итоге, насколько я знаю, на данный момент у Артема новый соперник. Артем мне сказал об этом только пару дней назад. Так что Артем все еще дерется на турнире. Я понимаю их причины для этого действия. Риски безопасности или что-то еще. Увольнять Литу Хугова? Он зашел в клетку и подошел к Конору совсем не для того, чтобы дать 5. Но делать такое лицензированному угловому? Мне не нравятся жесткие меры, например, лишение возможности зарабатывать. Но мне несложно найти причины, почему ему нужно позволить продолжать выступать в этой организации. И потом еще было его видео о том, что это планировалось и исполнено по плану. Это был он? Он? Значит, к черту этого парня. Можно было бы понять горячку момента, но потом можно было бы ждать извинений, а он бравирует своим поступком. Может быть, наш спорт ММА — это не для тебя. Вот такую пламенную речь выдал Джон Кавана. Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Он предложил сразиться с ним на ринге. Обращение к американскому спортсмену боец опубликовал в инстаграме боксерского менеджера Диджуана Блейка. Нурмагомедов назвал себя и боксера двумя парнями, которые никогда не проигрывают. «Почему бы и нет? Ведь в джунглях есть только один король. Конечно, это я», — заявил Хабиб Нурмагомедов. Его желание сразиться с Мейвезером обусловлено победой американца над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. По всей видимости, успех этого поединка заинтересовал и Хабиба Нурмагомедова. И он решил выставить свою кандидатуру против 41-летнего бойца. Теперь, по мнению Хабиба, он и Мейвезер должны биться за корону. И еще одна горячая новость. 50 Cent принял приглашение Нурмагомедова. Известный американский рэпер Кёртис Джексон, он нам более известен как 50 Cent, принял приглашение Хабиба Нурмагомедова. Россиянин предложил обсудить условия боя в Беллатор в Республике Дагестан. И вот слова 50 Cent. «Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой», написал рэпер в своем личном инстаграм. «Это произойдет, когда я завершу работу над новым сезоном своего телесериала «Власть». Нурмагомедов — новое лицо единоборств, я собираюсь заключить с ним сделку». Напомню, что ранее 50 Cent предложил провести бой на турнире организации «Беллатор», предложив Хабибу гонорар в размере $2 миллионов. Нурмагомедов на это ответил предложением приехать американцу в Дагестан, при этом не исключил варианта встречи в США. Пока это все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокол, чтобы смотреть выпуски первыми. Также заходите ко мне в Инстаграм, там новости обновляются каждый час. А мы с вами встретимся уже совсем скоро. Пока!